Сегодняшняя тема. 22-летняя Елизавета Гордымова, более известная публике как Лиза Монеточка или просто Монеточка, сообщила, что вышла замуж. В Инстаграме она опубликовала фото с обручальными кольцами, на них написано «Любовь слепа», а под постом поделилась радостной новостью. Избранником певицы стал музыкант и по совместительству ее саунд-продюсер Виктор Исаев. Звездные друзья и подписчики поздравляют молодоженов. Лиза Монеточка прославилась в сети в 2016 году ироничными песнями, записанными дома под фортеписано. В 2018 году артистка выпустила альбом «Раскраски для взрослых», сделавший ее настоящей звездой. Кто такая Монеточка, почему ее показывают в «Вечернем Урганте» и приглашают на кинотавр, узнай из статьи, а в галерее читай о главных звездных свадьбах уходящего года. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.